Трактор класса Axion 940 является одним из представителей тракторов линейки Axion, диапазон мощностей которых варьируется от 180 до 410 лошадиных сил. Трактор Axion 940 оснащен 6-цилиндровым двигателем FPT Cursor 9 с рабочим объемом 8,7 литра и номинальной мощностью 375 лошадиных сил. Тяговые характеристики двигателя используются посредством четырехдиапазонной бесступенчатой коробки передач C-Matic, которая обеспечивает скорость движения трактора от 0,05 до 50 км в час. Данный трактор оснащен гидравлической системой с объемом подачи 150 или 220 литров в минуту, а также имеет до 6 секций гидрораспределителя сзади и до 2 спереди. Грузоподъемность задней навески составляет 11 250 кг. Трактор может быть оснащен передней навеской грузоподъемностью 5000 или 6500 кг. Масса трактора без балластов более 13 тысяч кг, а максимальная допустимая масса трактора составляет 18 тысяч кг. Комбинированный агрегат для предпосевной обработки почвы Lemkin Korund отличается особенно хорошим эффектом выравнивания, рыхления и крошения почвы при сохранении высокой производительности. Ширина захвата культиваторов Korund варьируется от 3 до 9 метров. В зависимости от выполняемой работы, рабочие органы, а именно пружинные стойки с зубьями, могут быть трех типов. Глубина обработки изменяется от 3 до 15 см. Перед рабочими органами расположена планка, которая может быть наклонена как вперед, так и назад, как, например, в данном случае. Двойной зубчатый или трубчатый-зубчатый катки изготавливаются с диаметром переднего катка 330 и заднего 270 мм. Независимо от рабочей ширины, все орудия системы Korund имеют транспортную ширину 3 метра. Можно вас спросить, вообще начнем с трактора, как управляется трактор, какие нужны базовые знания, например, для тракториста, который впервые сел, например, на этот трактор, чтобы вот с ним разобраться, подружиться, так сказать, и начать работать в поле. Можете рассказать и показать, да, на примере? В данный момент мы сидим в кабине трактора Axion 940. Вот. Машина используется сейчас в данный момент на предпосевной подготовке почвы агрегатом Lemkin Korund 9 метров шириной захвата. Вот. Ну, основные навыки, чтобы механизатор мог эффективно использовать трактор. Во-первых, необходимо знать основные функции, что может трактор делать, да, какие операции выполнять. А здесь у нас имеется многофункциональный подлокотник. На этом подлокотнике все основные находятся кнопки. Это кнопки управления гидравликой, джойстик ProPilot, многофункциональный рычаг, основной монитор, бортовой компьютер машины, и здесь находится монитор автопилота. То есть трактор оборудован автопилотом в данный момент? Да, автопилотом, то есть трактор движется в заданной траектории в автоматическом режиме. Вот. Здесь находится у нас на консоли тоже функции управления задней навеской. Здесь у нас основные тоже данные выводятся, параметры работы двигателя. Тут можно посмотреть скорости, пробуксовки колес, вот, наработки машины в моточасах. Вот, то есть механизатор может видеть данные или на панели, или здесь на бортовом компьютере. Это у нас получается транспортный режим, вот меню, а здесь вот получается рабочий. Вот.
Здесь у нас переключаются диапазоны работы коробки, повышенная передача, пониженная, и минимальная, да, тут скоростя убирается. Здесь вот основные функции гидравлики, здесь основные функции, которые на мониторе, обороты двигателя. Вот тут вот у нас также мы можем здесь посмотреть, что данный момент трактор сделал, то есть это выработка, сколько часов трактор отработал, сколько гектаров мы сделали, сколько литров в час топлива расходует. Вот в данный момент средний расход топлива у нас 5,7 литров на гектар с данным агрегатом. Вот, то есть 4,1 гектара в час у нас идет выработка. Здесь мы задаем ширину агрегата. Так механизатор, например, какая выработка у него за смену получилась, также видит на основном меню. Понятно. А вот разобраться с трансмиссией, с направлением движения, вот, выбором скорости, как вот осуществляется это? В этой машине очень много возможностей выбора стратегии движения. Но самая простая, здесь вот у нас есть флажочек, он просто выбирает направление движения трактора вперед, допустим, или в нейтральное положение, или назад, да, в зависимости, куда он хочет двигаться, выбирает направление движения, как в данном случае, и просто нажимает, как на автомобиле, на педаль газа. Трактор начинает двигаться потихонечку, так как коробка имеет автоматическую коробку передач бесступенчатую, которая используется на данной машине. То есть вы, вот, например, выбрали направление? Направление движения выбираем, встали на позицию, трактор заезжает на позицию. Включаем автопилот, вот машина едет на позицию, подруливает, машина заезжает уже на позицию в автоматическом режиме. Я при помощи педали газа еду потихонечку, отпускаю агрегат сзади, навеску задействовал, плавающее положение. И трактор уже начинает движение. Я даю больше скорости при помощи педали газа. Но в данном случае педаль служит как педаль движения, да, сдаем скорость трактору. И когда включили автопилот, отпустили агрегат, трактор двигается, нажимаем на круиз пайлот или темпомат, да. И все, и вы уже ногу с педали убираете. Да, убираем. И трактор уже двигается с заданной скоростью 13 км в час. Автоматически регулирует обороты двигателя. И мы тут в рабочем режиме, сейчас потише сделаем скорость, видим основные параметры работы. Сейчас вот у нас получается, сюда зайдем, расход топлива в час 42 литра, 39, ну, усредненный получается пока 5,2 литра на гектар. И производительность 5,6 гектара в час. Вот. То есть трактор полностью автоматически управляет трактором, то есть по направлению, по заданному, да, потом удерживает скорость, обороты двигателя. А вот, например, вот сейчас вы рычагом, вот этим джойстиком делаете, это что вы меняете? Я вот, допустим, сейчас еду 12 км в час. Если многофункциональный рычаг ставим на крайнее положение вперед, то автоматически трактор прибавляет 1 км в час. Шаг 1 км в час? Да. Если мы толкаем слегка, вот, допустим, чуть-чуть, тогда можно сотых или десятых доли прибавлять и выбрать оптимальную скорость, которая нам необходима. Вот я сейчас чуть-чуть назад двинул. Но потом еще есть возможность, допустим, я если отключаю темпомат, вот, я опять перехожу на ножной режим управления скорости, да, получается, или педаль газа, это делается. Вот. А я могу сохранить скорость. Просто вот я выбираю оптимальную скорость, которую мне надо, допустим,
9 км в час. При нажатии кнопки и удержанием 3-5 секунд я сохраняю ту выбранную скорость от педали газа. И вот. Он ее поддерживает? Он уже поддерживает, так как он уже сохранил, и все. Тут можем поменять режимы. Если назад дергаю, значит убавляет скорость. Если быстрее, значит. Вот. Ну, сзади можно посмотреть сам процесс подготовки почвы сверху. Очень хорошо агрегат выравнивает. Вообще назначение этого агрегата, расскажите, для чего он сделан? Ну, назначение, этот агрегат служит для того, чтобы хорошо растащить пожнивные остатки на поверхности поля, хорошо смешать удобрения и подготовить посевное ложе для посева различных культур. В основном также можно машину использовать для закрытия влаги, для выравнивания поля. Да, вот вы видите, как выравнивается поле. Сейчас в данный момент агрегат оснащен стрельчатыми лапами. Почва так получается уже сухая, готова к выравниванию. Но если рано весной, можно поставить долотообразные рабочие органы для закрытия влаги. То есть если использовать этот агрегат для закрытия влаги и при посевной обработке, поверхность поля будет идеальна. То есть очень выравнивает хорошо поле. На развороте какие действия? Ну, на развороте отключаем темпомат, поднимаем навеску, выглубляем рабочий агрегат. Разворачиваемся на угол поворота колес очень маленький, большой, и поэтому трактор хорошо разворачивается. Заезжаем сейчас на другую линию, чтобы мне очень хорошо было разворачиваться. В другую линию заезжаем, включаем автопилот, трактор сразу автоматически становится на позицию. Вот. Отпускаем агрегат. Едем пока в ручном режиме. Когда мы убедились, что машина встала на позицию, агрегат в работе, в рабочем положении, включаем темпомат. И все, и машина работает в автоматическом режиме. Добавляем скорость. Трактор начинает движение, ну вот уже 13 км в час, чуть подбавляет обороты. Вот. Ну и здесь вот как раз видно, уже мы сделали круг. Вот уже здесь уже 45 гектаров. Было 43. Общая норма. Ну это 45 гектаров уже получается. Вот в данный момент вы видите, растет показание. Вот. 51 уже. А вот я смотрю, трактор сам набирает обороты и сбавляет обороты. Да, но при этом не скидывает скорость. То есть он оптимально дает обороты на ту нагрузку, которая идет в данный момент. Если трактор едет в гору, трактору становится тяжело, значит, он добавит обороты двигателя. Если трактор идет с заданной скоростью 13 км в час уже по ровной поверхности, то трактору легко уже, ну, получается, обороты двигателя трактор скидывает, но при этом сохраняет скорость заданную. Да? То есть это позволяет на каждом участке сэкономить топливо. То есть это очень комфортно, и плюс это все происходит в автоматическом режиме. Да? Проезд препятствий, например? Ну, проезд препятствий мы отключаем автоматику и при помощи педали газа потихонечку проезжаем свободно. Все, убедились, что мы проехали препятствие, включаем автоматику. А вот смотрите, если, например, пошевелить рулем, то автопилот отключится? Да, автопилот отключится. Отключился.
потому что вот здесь вот загорается. Видите, раз, отключилось. Ага. Вот его отключаем. Сразу здесь зеленый загорается, и все. Также здесь видно, что автопилот работает. Трактор едет вперед, обороты двигателя. А вообще вот максимальная рабочая скорость этого культиватора сколько составляет? Ну, в данный момент мы вот ходим 13-14, ну, потому что поле очень неровное, да. А вторым следом можно до 16-17 километров ходить. Все зависит от микрофона поля, как спахано, как прокультивировано. Насколько правильно мы движение выбрали не поперек поля, а 25 градусов вот обработано, первоначально обработанное направление. Сама машина тоже оптимально сбалансирована. Идет очень мягко, то есть чувствуется, что кабина на 4 амортизаторах. Плюс не очень шумно в кабине, комфортно. Плюс также здесь вот панель освещения. Вот, освещение включаю. Здесь могу, допустим, ночью вас включать нужные фары. Тут у нас мигалка для транспортировки трактора. Здесь у нас кондиционер. Вот находится. Вот сейчас работает кондиционер на среднем положении.